людей куча, а мы в рейтинге все ниже, 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 ниже. Ляка. Какая я бы женился. Ля какая. Не женишься. Спорим? Ну спроси, почему. Спроси. От меня это. Сауди Аргентина. My from Беларусь. Приветики, приветики. Анастасия, приветики. Привет, откуда? Я из Беларуси, Гомельская область. Почему? У меня... Я не одна. Я не одна. Я как кофе. Три в одном. Четыре в одном, можно так сказать. Украина, Херсон. Прикольно. Очень много украинцев, очень. И что? И вот так? Вот кто хочет жениться на многодетной маме? Я вас не слышу. Азербайджан. Привет, Азербайджан. Ну, Азербайджану. Ох, этот напряг. Напряг сети. Сильно много людей. Приветики всем, приветики. Спасибо за подписку. Хай, хай. Я? Ты? Да, знаем мы таких. Проходили. Не люблю Украину. Зря. Нужно любить все страны мира. Я хочу. Хати. Привет. Я. Ди. Ты что? Hi from Macedonia. My from Беларусь. Беларусь. Спасибо за подписку. Привет из Эстонии. Приветики. Привет. 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 Путин, папа. Может быть, за Лукашенко, батя. Давай вечером созвонимся. А давай без давай. Не хочешь? Давай. С Днем России, Россия вперед. Да, россияне, с Днем России вас поздравляю. Но я чуть-чуть из Беларуси. Выйдешь за меня замуж? Я там уже была. Там нечего делать. У меня тоже многодетная мама есть. Саша, Санёк, Александр, пожалуйста. Не, да, вот, ну да. Ну, ты меня понял, да? Я думаю, что да. Созвонимся? Нет. У меня телефона нет. Домашний, я с домашнего сижу. Спасибо за подписку. Я найду, что сделать. Найди. Куплю. Ну, купи, потом поговорим. Ты сразу купи, а потом позвонишь на него, на что купишь. Спасибо за подписку, спасибо всем. На ней точно не буду. Ох, чухася красота. Фигася, да? Анастасия, возбудился. Прискорбно. Привет, привет, привет. Я скучаю по тебе. Оф. Да? Спасибо за подписку. А со мной созвонимся? Я со всеми созвонюсь. Говлосу. Спасибо за розу. Приветик, красочек. Привет, привет, привет. Спасибо за подписку. Приветики. Ни с кем не созвонимся. Угу. Спасибо за подписку. Спасибо. Хай, приветики. Ой, спасибочки. 91-й участник команды. О, кстати, насчет сердечек. Угу. У кого по монеточке есть? Есть по монеточке? Вступайте в мою команду.
Хай. 100 онлайна. 100. Вернись, я все прощу. Куда вернись? Кому ты что простишь? Сколько участников в эфире? 93. 93, только что был 101. 92. Они приходят, заходят, выходят, но так показывают мельком, а потом все, кто вот остаются, вон 89. Приветики, кто заходит? Здравствуйте. Послушай мой новый трек, интересно твое мнение. Окей, постараюсь. Напиши мне, пожалуйста, в личку, обязательно послушаю. Спасибо за подписку. Кредит твой возьмет. Александр. Я до сих пор тут. Да, так я вижу, кто здесь. Приветики, приветики. Привет. Всем привет. Я очень... Болят ноги уже. Кто из вас мне подарит единорога? Да, я шучу. Этот, ну, тебе идет черный цвет. Конечно, я знаю. Я знаю, что я зависаю, но я извиняюсь. Я уже 2 часа тут. Ну, блин, я вообще сижу, наверное, около 5 часов. Я просто не могу бросить онлайн. У меня... Сейчас скажу. Секунду 40. За... Да чё он? Ой, 200 подписчиков уже. Плюса. Арсений, что ты хочешь опять в этом холодильнике? Да сколько уже можно? Да я скоро на ногти. Пойду, сыночка. Ну, здесь будет шумно чуть-чуть. Придется потерпеть. Если хотите оставаться. До конца? До конца тут будешь? Фигасы. Ой, ты пивас опять пьешь? Как так? 20, может, уже сколько можно? Нашей страны, ее реконструкция очень преобразился, говорит, задышал. Сейчас будут еще внесены. На самом деле я никогда так долго не сижу, просто смотрю по онлайну. Я сижу максимум 2-2.5 часа и ухожу отсюда. Встречать гостей, наших друзей, мы все сделаем для того, чтобы праздник стал.